и ринулся в бар с желанием одним отыскать капитана, который без лишних вопросов возьмет меня на корабль, что мчит, как я. Я спрашивал встречных матросов в порту. Матросы от смеха попадали в шлюпки. Он шел мимо нас и на полном ходу дрожащей рукой прикуривал трубку. Я ринулся вслед, как шальной ураган. Дыхание сбивалось от быстрого бега и вырвало спину. Прошу, капитан, возьмите на борт одного человека. Мне берег не мил, одолела земля, все тянет и тянет меня в эту воду. Мне кажется, я на борту корабля смогу обрести дорогую свободу. Мне кажется, там, где не видно домов, среди парусов и соленого ветра, откроется сердцу иная любовь, и сердце познает иные ответы. Он бросил на землю рыбацкую сеть, взглянул на меня и промолвил: послушай, ты обязательно будешь жалеть, как только за волнами скроется суша. Как только корабль накроет волной, тебя, дурака, непременно потянет, как можно скорее вернуться домой, сидеть и мечтать на любимом диване. И я отвечал: капитан, все брехня, я так просидел без десятка полвека, теперь я прошу вас, спасите, возьмите на борт одного человека. Не ведают люди ни правды, ни лжи, боятся законов, ошибок и сплетен, до самого гроба считают гроши, не зная, как много чудес на планете. От соли солнца горела спина.